Народ, всем привет! Это мой первый ролик на YouTube. Вы этого ждали, я это сделал. Выпускаю видосик на YouTube как раз к 40 тысячам подписчиков в TikTok. В основном видосы будут про лайфстайл и секонды. Также лайф нашего магазина. А сейчас первым делом, конечно же, мы поедем на секонд. И посмотрим, что же там есть. Для тех, кто спрашивает, где такие секонды, я отвечаю: в городе Екатеринбурге. Так, все, ребят, я на сэшке. Попадается винтажный дождевик Кавей. Полутаем еще, посмотрим, что есть. Адидас вот такой винтажик. Пойдем посмотрим, что есть в женском. Да ладно, ребята, Харик Лансдейл. Просто рандомная находка в женском. Да еще и моего размера беру. Так, что тут еще? Нашлась маечка NBA Champion, сделана в Америке. В придачу я еще нашел кроссы Лос-Анджелес. Но их решил не брать и оставил. Ребят, кстати, не пишите по Харику. Я уже его продал спустя 2 часа из секонда, как вышел. Все, бежим с этой пушкой на кассу и скорее покупать. Ну а дальше в нашем выпуске я пригласил коллекционера винтажных Олимпиек Адидас из 90-х, 80-х. И мы сейчас с ним встретимся. Он расскажет о своей коллекции. Привез лишь часть своих Олимпиек показать мне. Олимпийки у него Адидас, Лилия, Строгий, Ласточка. А пока едем, просто насладимся моментом. Так, добрался до нашего магазина. Это я в олимпиечке Adidas, Ласточка. Она же малазийка, она же сгущенка. В гостях у нас сегодня коллекционер винтажных олимпиек Adidas из 90-х и 80-х Илья. Расскажем про самые редкие олимпийки из 80-х, 90-х годов. Это Лилия, Adidas Строгий, Ласточка. Мы начинаем. Разные олимпийки проскакивали, но мы все в основном говорили это. Малазийский таскал, вот эти вот получается, это уже старший наш, нас получается. Вот, мое поколение вот в таких ходило. А это уже старшее поколение, спортсмены в основном в таких ходили. Вот, а это вот молодежь, это начало 90-х. Вот эти. А это вот, да, я говорю, вот это все спортсмены носили, это старше меня, ну, лет на 10, наверное. Они в таких ходили. Тогда. От начала 80-х? Ну, это середина 80-х где-то. Вот. Середина, uh-huh. Вот как раз перестройка, вся фигня пошла. Но вот это вот футболисты, считай, наша сборная в них ходила. Ох, в этих спортсмены тоже все. Ну, раньше же спортсмены, видишь, выдавали такие вещи. Это, по-моему, если мне память не изменяет, биатлон. Немцы ходили, биатлонисты в таких вот, если память не изменяет. Так даже плакаты посмотреть, они там все. Да, такие. Да. По-моему, Фишер, что ли, я, по-моему, в такое это видел. Когда вот только-только. Вот так, да. Вот я говорю, вот это моя молодость. Ласточки. Да. Мы по ним прямо ух, кумарили. А какие еще вообще названия знаете? Вот я знаю, малазийка, сгущенка их называют. Строга, читай, потом пошли вот эти жеваные костюмы, там была и зебра, ой, как-то они там еще назывались, зебры, ну вот сальвадоры, где что-то сальвадоры были, названий дофига, я не всех, честно скажу, знаю. Нет, вот именно про ласточку говорю, потому что только у одной олимпийки может быть около 5 названий. Голубоглазка, да, ее еще называли, голубоглазка ее называли. Ласточка-то мы ее редко, там голубоглазка называли, там или Малайзия. А голубоглазка именно вот в такой расцветке? Вот именно в такой расцветке. А та, да, та уже была вот чисто Сеул и все. Темно-синий, строй, он как бы строгий считался, а этот как бы типа молодежный вариант. Ну и в этом, я говорю, вот в этих во всех спортсмены ходили. Нам такие не доставались, нам они перепадали, от старших братьев, так скажем. Но редко. Про состав ткани что расскажете? 60% полиэстер, остальное там, что у нас тут получается, Восточная Германия, 59 на 41 полиэстер,
Полиэстер — это вот именно ткань, которая не скатывается в катышки. Угу. В Малайзии уже получается состав маленько другой. Да, вот у нее да. нету столько полиэстера. Из-за этого она вот... Ну тут видишь, опять написано 100% полиэстер, но она все равно скатывается в катышки. Вот даже сзади можем обратить, есть немного катышек. Ну, как бы да, у них эти коллекционеры, которые собирают вот эти все олимпийки, они Малайзию вообще практически не берут. Потому что, говорит, из-за того, что они скатываются в катышки. Но вообще ткань как бы сама по себе прочная. Прочная, хорошая, да. Очень. Во-первых. Во-вторых, даже если она маленько морается, ее и постирать легко. Ну все, говорю, основная масса гоняется вот за лилией, за строгим. Давайте про строгач. Может, что ну, строгий какие это... у него отличительные приметы? Вот я знаю, рифленый воротник, да? Обязательно, да. Рифленый воротник, манжеты, чтобы были не вышерканы, тоже, чтобы были в идеальном состоянии. Самое главное, ворс. Чтобы ворс был нормальный. Штанники тоже самое. Штанников отличительное, что мне нравится у них, Adidas прямо вот здесь вот около живота, так скажем. Угу. Так тоже вот ткань такая. По составу у них какой наиболее ценный? Также полиэстера больше должно быть. Именно полиэстер 60%. Это вот Гонконг, у меня еще есть такие же Венгрии, такого же плана, только там маленько надпись другая. Не голубая, а белая идет. Я их сначала к этой, к Малайзии брал, а потом штаны нашел малазийские, и все. Так и висят они у меня вообще в горячем состоянии, вообще как новые. Я их только подшил чуть-чуть, и все. Но так вещь, этой вещи 40 лет. Моя ровесница олимпийка это. Да, и в каком состоянии она сохранилась, обалденно. Да. Вот так вот. Вещи не стареют. Не стареют совсем. В Гуччи и Версачи ты таких, наверное, не найдешь. Ну а мы перемещаемся вновь на секонд. Ух, страшно заходить без маски. Сегодня скидочка 30% от ценника. Но тем не менее, все равно дорого. Вот за такие джинсы получается 2845 по ценнику. Включая скидку, они будут двушку где-то. Причем это не предел по цене, они бывают и дороже. Ладно, смотрим, что там есть дальше. Вот такая винтажная курточка Кавей. Adidas, снова Адик. Худи Найк с лампасами, прикольная, кстати. Так, что еще интересного? Пока ничего не вижу. Попадается вот такая футболочка Диадора с G-Star. Nike. Много брендовых маек. Calvin Klein, Puma. Строгача. Самая редкая это вот эта лилия. Она как бы самая такая это. Ну это вообще, конечно, шедевр. Таких вообще раз-два я обчелся. Тяжело найти. Этих я тоже мало видел. Эду я вообще видел один раз и сразу урвал. Как бы в принципе все расцветки, это просто каждая команда определенная. Дорого покупали? Слушай, ну вот строгий костюм мне обошелся со штанами в 60 рублей. Вот это 20-ка, это 30. Это чисто олимпийка? Чисто олимпийка, да. 30-ка. 30-ка, это 25 и это 25. Нехило так. Ну. Но как бы вещи стоят своих денег. Да конечно. Я же вижу, что правда.